Привет, дорогие друзья! С вами шеф Талга «Алматы со вкусом», и я готовлю, как всегда, свои любимые студии Kenwood с продуктами Spar. Сегодня я приготовлю необычный салат из краснокочанной капусты и курицы. Итак, мы начинаем готовить. Первым делом я обжарю курицу. Для этого я включу сковороду, промариную ее предварительно кунжутным маслом, душистым перцем и соевым соусом Spar. Хорошенько все перемешаю. Сковорода уже накалилась. Добавляю подсолнечное масло Spar, ароматное подсолнечное масло Spar. Отправляю курицу сразу в сковороду. Сразу я не перемешиваю курицу, слегка распределяю равномерно ее по поверхности сковороды. И следом добавляю поверх курицы арахисовую пасту. Это очень интересный рецепт, который я когда-то попробовал, и мне он очень понравился. Арахисовая паста под воздействием температуры разойдется, и получится у нас замечательный соус. Убавляем температуру. Теперь добавляем цветочный мед от Spar. Необычное сочетание ингредиентов, но получится идеально вкусный теплый салат. И температуры в сковороде мне уже достаточно, чтобы продолжить готовить курицу в нашем пряном интересном соусе. Соевый соус. Продукты Spar вдохновляют меня всегда на новые рецепты. И сегодня эта стручковая фасоль будет использоваться в моем салате. И отправляю фасоль сразу в нашу готовую курицу. Достаточно. Перемешиваем. Фасоль уже готова. И теперь главный ингредиент – это краснокочанная капуста. Ее я тоже отправляю в теплую сковороду. Процесса термообработки уже не происходит, но продукты обмениваются своей температурой, чего я и добиваюсь для полного приготовления моего салата. На самом деле мне краснокочанная капуста нравится именно в сыром виде. Когда ее тушишь, она теряет свой цвет, свою яркость. И поэтому рекомендую ее употреблять именно вот в таком виде. Получается, я слегка ее прогреваю. Итак, сервируем наше блюдо. Взяли красивую тарелку и выкладываем наш ароматный, поистине сказочный салат. Потому что здесь сочетание ингредиентов, казалось бы, несочетаемых. Друзья, попробуйте, это очень вкусно. И теперь я добавлю последний штрих в наш теплый салат. Это салатная смесь от Spar. Здесь смесь кунжута, тыквенных семечек, семян подсолнуха, которые идеально будут сочетаться в нашем салате. Дорогие друзья, покупайте продукты Spar, и у вас получится вот всегда вот такие изысканные, простые в приготовлении и очень вкусные блюда. С вами был шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Kenwood с продуктами Spar. Пока-пока!